В городе Удачный Мирнинского района снимают фильм для телеканала Discovery. Летом в приполярный город приезжала съемочная группа из Москвы. Команда работала над проектом «Техногеника». В данное время начался второй этап съемок. Работы пройдут в карьере «Удачный», «Зорница». Съемочная группа спустится в шахту строящегося рудника и впервые увидит алмазы. Во второй раз съемочная группа телеканала Discovery приехала более узким составом. Только автор проекта Андрей Леонтьев и оператор Андрей Балакин. Кроме алмазной комнаты, наши московские коллеги снова посетили подземный рудник «Удачный» и обогатительную фабрику. Теперь им удалось запечатлеть ее на видео в работе. Приехали сюда сейчас на съемки. Вот, в прошлый раз мы приезжали всемиром, да? Вот. Поэтому сейчас просто у нас до съемки небольшие, локальные, поэтому мы можем ограничиться. «Техногеника» – это новый проект на телеканале Discovery. В каждой передаче его ведущий Андрей Леонтьев рассказывает об уникальных и неповторимых объектах России. Пятый выпуск из цикла передач будет посвящен алмазодобывающей промышленности в небольшом городе Удачный. Программа посвящена неким рукотворным объектам, уникальным технологиям. Думаю, что здесь, конечно, основной упор мы будем делать на масштаб, там, скажем, как карьеру «Удачный», как самого большого алмазодобывающего из, так сказать, ныне функционирующих карьеров в мире. Вот. Но, безусловно, мы поговорим и о том, что сейчас происходит на шахте, потому что это тоже совершенно, конечно, уникальная история. Две недели съемок на производственных объектах «Алроса» в «Удачном» и работа большой команды выльется в передачу длиною 44 минуты. Когда точно выйдет в эфир фильм на телеканале Discovery, пока неизвестно. По словам автора, промежуток времени варьируется с декабря этого года по январь 2016 года.